В Покровском парке Владивостока прошла акция «Семейные выходные». Дети и их родители своими руками собирали скворечники из заготовок и разукрашивали их, участвовали в викторинах и конкурсах. Также состоялась лекция по семейным отношениям от ведущего психолога. По словам участников мероприятия, особенно это интересно детям, ведь у них есть возможность сделать домики для птиц своими руками. Я участвовала здесь в высадке деревьев. И как бы подписалась на ваш канал, и потом увидела объявление, что можно поучаствовать в таком мастер-классе. Мы любим активные выходные, узнали о таком мероприятии, что построить домик для птичек, и решили поучаствовать с детьми. Это семейное мероприятие, ну как бы тимбилдинг, скажем так, для семьи. Ну хотя мы в любом случае всегда находим варианты, но здесь интересно. Ребенку интересно, мне с ней интересно. И побольше бы таких мероприятий было, вообще здорово. Семейные выходные организовала дирекция общественных пространств Владивостока. Ее сотрудники рассказали, что в рамках года семьи в городе пройдет множество и других мероприятий для совместного отдыха всех членов семьи. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.